Ой, блин, я же вечно их путаю. Было, ты завтра будешь вообще, нет? Да, должен. Давай днем. Если никуда висеть не поеду, то да. Нахер то висеть, жара на. Чё ты думаешь, когда Каругер будет? Смотри, никогда. Ну давай эту неделю пропустим. Замолчи. Если на следующее такое же расписание будет, то я думаю, за два дня... Давай на воскресенье тут поставим вместо вот этих вот войдовских 10 гер, блин. Да, согласен. Вот эти вот 10 гер, давай пойдем, принцу, нет, не пойдем. Вот знаешь, чё, во что это вылилось? Вот во что это вылилось, твои не пойдем на принц. Это все ты и виноват. Это ты и виноват. А это все из-за тебя. А что это такое? А вот то это такое. Это с Джайна, задоначенный. Вот тебе делать нечего. Ты задонатил Джайне Жезл? Нахуй да. Жезл именно? Потому что с принцов падал Жезл, а мы на него не пошли. Потому что ой, ой, нет, не пойду. Неадекватный, задонили неадекватный. Ну, пацан просто на циферках фармит, ну, завязан. Ну, циферки это Т5, я не знаю, зачем такую чушь донатить. А на меня моб бежит, ё-моё. Такой, ты что, моб поставил? Я дал ему подрезание сухожилий, да, дух какой-то. Где-то там есть, ладно, сейчас убьем. Надеюсь, мы без шахмат? Без. Замечательно. Бей. Где вы там? Надо танчить там, не? Ну, мы его ведем дальше туда. Короче, суманете, да? Так у меня замедления нет, будешь замедлять. Где вы поймали вообще, скажите? Ну, где идти? Забирай. Ага. Забирай. О, отлично. Я надеюсь, мне шапка упадет. Т4. Я надеюсь, мне шапка упадет. Да ну ты редко. А я надеюсь, надеюсь. Как слышал, ты этот выглядит хоть нам посмотреть на турбе. Ой, да палка с ледышкой и все. Выглядит. И на самом деле у него HD-модель HD. Цифра такая была, 78-я, оранжевый, единственный, взял, опять поставил одноручки. Бегайте на сумму, куда побежали? Так а что? Кого сумм там, давайте, пишите. Турбо засумманим, царя. Что, все нам, я думаю, хватит людей. Да, конечно, знаю. Закроем тут. Можно еще одного хила. Зидун, Турбо, я, Войд, вы чё? Или Войд в этом, в ДД. Ой, в этом, в там. Дим, напомни, где мы ходили, что у нас было три танка? А, это их, да, мы так? Угу. То да. Пошли в три танка, в итоге и один хил был. Это было смешно. Мы в четыре танка ходили, Вэк. Их десятка обычка. Ну, их десятка обычка. Я шаманом хилил. Три танка. Да. До этого пошли один танк, два хила. В итоге танк не держал агро. Я в итоге спекнулся в танка. И еще вас спекается в танками. Три танка и в одного хила. Класс. А смотреть любить здесь, да? Да, здесь остался Дракон Пустоты, Аран, смотри, Молчазар и этот... к шахмату. Ну ладно, а то мне кисти рук нужны были вот отсюда. Я не знаю, там вот с шаманом люди играют, как у них заканчивается мана, это просто я удивляюсь. И кстати, вот все говорят, что на СПД надо его заряжать, там все говорят, да ну нафиг надо. У меня все усилки в интеллект забиты, и просто шикарно. Ну красивый посох так-то, смотри, ничего себе. Единственное, говорю, в этой игре, кроме ШМ... Зуэл, слышишь, еще копыта, прикинь, слить надо. Да, как уже, да, копыта красивый. Нет. Вообще красотка посох, офигенный. А что у тебя за дебаф появилось мучение варгенов? Книжка. Это книжку поднял с пола. А-а-а.
А что это? Это трэш. Пуги до сюда не дошли. Убиваем. Царь хилил. Ты хилить будешь, нет? Ну теперь турбо может стоять в раннем левого посоха, как все остальные люди, которые сделали. Нет, сами полезны. Будем хилиться, да? Вы чё, рофлите? Ну так а кто будет хилить? Вот танк умер. Ты прикалываешься, я тебе ещё не знаю, бля. Ты в шопе, да, я так понял? Да, ладно, сейчас теперь. А чё я тебя спрашивал вначале, ты захилишь соло? Ты что, шутишь? Я тебе говорю, ты что, да, сказал, ты что, шутишь для 70-го этого шопе спикать хила? Слышь, да, а ну измени 24 осколка из 50. Давайте я за приста зайду, не знаю, но правда я такую себе хил. Да все, я себе спекнул. Ага, я тоже такой себе. У нас шреддер есть. 24 ты говоришь? Вайда, ресните. Что, заходить за хила? Не надо. Пан писал, что 24, насколько я знаю. Ага, изменил. А что ты говоришь 4? Ну, копыта, точнее. У меня показывается, что не убит, ну, показывалось. Аран, гнев, принц. Ну, чьи шахматы, 4 босса. Мы сейчас к копыту идем, смотри. Копыта ж это проходной босс, не забывай. Ну, да. Ну, ладно, сейчас глянем. Сука, ты будешь резать меня, нет, сегодня? Алло. Стоит, смотри. Сейчас я тебе ножичком чекну, смотри. Я просто бутерброд кушал. Заряд! О, меня Зидум, ты прям хорош. Это твой ножичек сработал. Ну, возможно. Да я видел там. Блин, ну что-то мне не верится, что кружку прям настолько испоганили. Я ношу нормально. Чулана выше этого, твой хозяин надо поставить или что? Шо, ого, ну, сейчас добегу. Так, можете сумануть? А, я в принципе на смотрителе уже, поэтому... Сейчас хил у нас соберется, я как раз добегу. Ой, ё-моё, так я почему думал, ты в хиле, а Войт там, конечно. Надо подождать. Ты крейзи. Всё, ой, ё-моё, я выкался, всё нормально. Да бутерброд сухомятку захавал. У меня минералочка под носом. Обрыгиваешься. И кота напала на него. Пошли. Правую пачку агрить или нет? Или пойдете? Агрим. Это типа такой большой-большой РБК, да? Кто-то играл Assassin's Creed? Бьём. Я нет.
Есть тут в рейде, кто играл в Assassin's Creed? Я играл. В какую часть? Первую, вторую. А вот эти, которые Origins, Odyssey, играл кто-то? Пока не дошел. И вряд ли дойду куда-нибудь. Я скачал на... Я всю дилогию прошел. Дилогию? Чё? Ну да. Дилогия это что было? Сколько частей? 4 или 5. Дилогия. Ну короче, Origins и Odyssey играл? Да, Odyssey играл. А эту я не помню, которую... А, это перед ней, который был? Египет, да, Египет, тоже, да. Да, да. Да, тоже. И чё? Баганные удары из кустов огромным топором. Ну, чё, классно, мне понравилось. Димон на Rogue One Roll, да? Т4. Но Ведьмак все равно лучше, да? Ну, если надо, то... Не знаю, нет. Ну, тут разные жанры игры совсем. Да, ассиста. На Druid Unroll это, T4. Та, это то же самое, как сравнивать, как Stalker и это Fallout. Совсем не подходит. Атмосфера другая, да? Как Вов или... Ой, простите. Ну, Ведьмак там фэнтези. А, там чё? Там что же, какая-то магия есть? Нет. Там и минимум. Там больше на силу, ловкость, ну то есть сильные люди там участвуют, они магически. Сильные люди? Я не знаю, как их назвать. Ловкий, сильный, быстрый, хитрый. Мне понравилось, вот я слово Миджай слышал в этой фильме «Мумия». Ну, я не играл еще, я только скачал. Они же там типа защищали эту мумию, там ничего там охраняли. Это их божество, да. А ты должен был его... того. Оскорни. Давайте сломанем. Или... А это сколько... Тыкните на шкаф. А ты как проходил? Сюжетку или... Как? Все. Я все... И сколько потратил времени? Да я чё помню, что... Ну, Odyssey быстрая... Но перед ней была долгая часть, а первая, вторая вообще назад. Первая, вторая, это прям вот когда только вышли, они, наверное, фурор, прям вообще классная тема была. Да, да, это было новое направление. Вернее, старое возрождение. Копыто убито. В Blade of Darkness играл? Для меня самая, короче, офигенная игрушка, в которую я играл, это Darksiders. Какую? Ну... За кого? За это смерть? Где на боссов каждая, ну, тактика на каждого босса своя, да, определенно. Очень интересно. Это, знаешь, короче, вот ты играл, грубо говоря, там... какую? Ну, типа... Что тебе назвать? Диабло. Ну да, типа Диабло или Титан Квест. О. Только Диабло играл. И Принц Перси играл? Нет. Заходите, Принц Перси. А в Devil May Cry? Нет. Короче, ты в слэшер вообще. Заходи, Думчик, если, ну что вы стоите? Огненный, как там, хрень, скажите, чтобы никто не двигался, как называть. Нет пламени. Ну, когда кастует босс, не двигайся. Да, блять, да. Это надо написать. Я напишу, дайте только, ну зайдите вы в комнату все, чтобы я агрил. Че вы? Я ману резу, здравствуйте. Лол, блядь. Кто не успел? Тот ну. Тут Саша. Грей? Угу. Если мы вдруг босса убьем, будет венец пламени, то тоже не идет. Пока не пройдет. Так он вот... в дискорде тут. Он вообще бьет? Да пофигу. О нет.
что не двигайтесь. Вернее, остаемся. Смотри, сейчас будет ледяной. Это посох. Кстати, царь, знаешь, люди не умеют, короче, обилками, я так понимаю, от этого посоха пользоваться, поэтому мало урона наносит. Но я тебе скажу, это чревато, если огромный не умеет танки держать, это смерть твоя. В общем, оно бьет, вот это типа, знаешь, как, чародейский взрыв, только магическая льдом. Нагрузка, ты имеешь в виду? Да, как чародейский взрыв, только льдом. В области в два раза больше, чем чародейский взрыв, и урон, наверное, процентов на 15 больше. Ну, короче, если им умело пользоваться на том же, не знаю, солфанге, то, если повезет там по прокам, то, мне кажется, там ДПС будет колоссальный от этого прок. Вот это вот по 250 какой прок? В смысле по 250? 6800, 9300. Сейчас подожди, я... Его в рекаунте, походу, не показывает, я не знаю, бак, но на самом деле он бил. По 6 тысяч. А вот чародейские стрелы ты имеешь? Или ты выпускал их с тобой? Нет, у меня САУ дали, школу все прервали на 7 секунд. Вот тут в рекаунте я вижу только... Слушай, а линкани свой рекаунт, сколько ты на него? Магическая нагрузка — это не то, да? Воспламенение, глыба, живая бомба. Глыба, взрыв, ожог, огненный столб. Ну, а где она? Нет. А вот хрен. Ну вот сейчас вот будет, я тебе скажу, сколько она будет. Я тебе говорю, я замечал, я специально не бью. А нагрузка, она когда бьет? При каждом заклинании. Когда 10 так, набер. Раз 15 секунд примерно. Да, ну, на рекаунт 25 секунд. Раз 25 секунд. И баф у меня на 300 СПД, раз 25 секунд. Вешается на 10. Ладно, не успел заметить. Оп, у меня магическая нагрузка пока 270. А вот он, конус холода он называется. 4600 он ударил. Нет. Это ты дал. Это не знаю. Не знаю, мне кажется, то, что оно не отображается в рекаунте. Это, наверное, просто нет такой обилки, не было. Рекаунт не понимаю. Нет, он бы тогда его как неизвестно просто. А давайте сразу не убьем их, если... Можно убивать. Я готов к следующему.
Это ты меня убил? Своим посохом? Нет. Чередейский зал. Нет, это просто маги, вот эти арканы. Я знаю. Давайте, я хочу 20к плюс ДПС. Что там, нет известий, какая следующая будет игра Assassin's Creed, по какой вселенной, ну, в этой истории? Япония там, говорят, или чё? Нет, Япония, это через одну, наверное, будет. Там же события, когда заканчивается, дорога к каким-то, это ацтекам будет вести. Там какой-то фрагмент они будут искать, не знаю, но это, опять же, это же надо смотреть, ну, и за историей следить, и я, честно, нет времени на это. Раньше к такому меня жизнь не готовила. Ты Киберпанк будешь играть? Да я во все играю, во все, что выходит, во все абсолютно, любые жанры, просто не стоит. Ну, я не заморачиваюсь. Мне прошел, понравилось. Ну, вернее, понравилось, прошел, не понравилось, бросил сразу. Что, все? Поехали. Да, давайте, 35 секунд у меня осталось, или что, не все. Диспель. А у нас танк какой-то непрохиленный. Че, вы не хотите, чтобы я бил? Ну, да. Я, короче, один раз синий луч словил, и ШВДшка себя убил. Было верно. Бегите уже. Прикиньте, бы еще был бы баф на 100%. Сейчас мой надамажит. Блин, мне так нравится демон Лока. И там инферналы куча влетает. Чё вам зови, ау? Если того это ищешь, что поиграть на досуге, попробуй скачать Blade of Darkness, называется. Старая, хорошая игра. Не похоже ни на что. Таких жанр игр не выпускает. Это вампир про вампир. Возьмите луч синий, пожалуйста, иначе... Про чё там? Блин, там не история важна, там сам геймплей классный. Там Mortal Kombat же нравится? Нравится. Комбо нравится? Нравится. А это игра на прохождение с комбо-вомбо всякие. Ну это как слэшер, да, или что-то? Нет, нет. Это инди-симулятор. Симулятор чего, боёв, что ли? Да, да. А там также время дается или как? Нет, там... Нет, там есть, но некоторые вещи время дается. Вернее, нужно за время некоторые вещи. Вы чё, клоуны? А нафиг вы за мной пошли вообще? Я-то знаю, как... Вы зачем за мной пошли? Синий луч возьмите.
Я в шоке. Ой. Где вы валяетесь? Там открытый мир или нет? Нет, там игра старая, там закрытый мир, но интересная игра, там всякие секреты, думалки. Ну, короче, лезвие, это Blade of Darkness, лезвие тьмы, посмотри, не знаю, может понравится. Если ты игры любишь не за графику, а за сам геймплей, то это самая та игра, которая... Готика в сердце навсегда. Готика, это дротика. Проклятый. Ты же самый, не что шаришь, я с тобой не хочу говорить. Я все части готика. Я вообще мало очень игр играл. Ну вот я играл Diablo, GTA San Andreas, что там еще. Игра была 2006 года, Rise of Legends. Там стратегия, короче, там типа три этих расы было разные, ну интересно. Че еще? Ну Hitman играл, не все части, только Silent Assassin. Какой-то Absolution прошел, все. Mindhunt играл? Реснули. Секунду, где мой ножик? Ну и постоянно. Ножик на КД. Вот ловко. Так, все, что там, один мальчик остался, да? Ну и в 15-м году Ведьмак 3 покорил мое сердце, и все. Да ладно, на самом деле, он хороший. И в моем сердце навсегда осталось только Готика. Ну вот. Я не знаю, ты царь Ведьмак 3 играл? Да. Прошел на фул? Не, я немножко поиграл. Ну, прикольная игра, но мне как-то не особо. Ты просто, ну, ты книги не читал. Там заходит даже тем, кто не читал, а я дело в том, что я и книги еще читал. Не, я там побегал, что-то попрыгал. Ну, ты такой... не шаришь. Там все на высшем уровне сделано, надо сюжет знать. Я не говорю, что игра плохая, я просто говорю, что у меня она особо не... Надо было поиграть просто подольше. Мне вот Готика побольше понравилась. Царь, диспельни меня. Сейчас. Я только пришел, вы же вперед меня прибежали, и я ману... Так оно еще на прошлом трэше был. Так правильно, я по мане сел на прошлом трэше. Я вот... Этот Middle Earth поиграл, Shadow of War. Вот есть Shadow of Mordor, а есть Shadow of War. Она попозже вышла. Ну и вот орки эти что-то, ну я что-то забросил, у меня лежит. Проходить там что-то немножко. Потом мне сказали, что там какую-то фигню фармить надо, этих орков. Миллион раз. Там, короче, ввели, что NPC сами на себя не повторяются, нет или. Ну я знаю, там типа убиваешь моба ядом, и он потом появляется, этот орк, и ядовитый такой, и бал у него зеленая. Такая тема. Ну, там вот бесящаяся в этой игре фигня, то что ты идешь такой, и эти орки выскакивают и начинают это разглагольствовать, понял, да? И вот это вот, ну, жопа полная. Полчаса пройдет, там 5 орков собрались вокруг тебя, и по очереди базарят. Вот если бы это можно было бы скипать, тогда вопросов нет к игре. И гринда поменьше. Да и сюжет слабый. Ведьмак 3 топ пока что. Вот Assassin's Creed поиграем. Очень крутая игра. Проклятые земли. Старая. А вот старый. Что за жанр? RPG-шка. Я Skyrim пробовал играть, но мне не зашло, представляешь? Тупо не зашло, не знаю, рисовка не зашла. Вот я такая же фигня, вот мне по Skyrim. Кстати, царь, баф можно дать? А, да, конечно, могу, вы что? Как я и баф. О чем речь? Только дайте я попью, спасибо. Ты ничего, собаку вызвал. Пойдешь ближе, иннер дам, в чем проблема? Все нормально, я почти отпился. Сейвить. Турбой, аккуратно.
Да это что-нибудь. Вот, нет. Ладно, я бы встаю. Не, бей. Я если что, перерахаю. Я слежу. Главное, чтобы с Эдумом не в одно время. Я расколдал. Я видел, как там. Не, а там... Ай, короче. Сейчас тот танки. Так, подожди, а мне хилить тут надо будет кого-нибудь или так, что я пока что скажу? Опа. Ладно, я лучше полежу. Я думал, на тебя повесить. А сейчас ДПС не хватит. Нет, а я не думал. Давай, МТ Крелли, я докинул рестничку. Я. А что вы делаете? Рестни. Отходим. Вот тебя. Не достаю. Ну, магическая нагрузка тебе 4К на дамаги. Все. Вообще я не вижу, что вы какие-то вылетали. А это вот ледяной луч, который вылетает, да? Он у тебя столько бьет. Нет, вокруг ты. О. Что случилось? Да я что-то задумался. Ага. И на него не действует там. Ладно, я потом. Вот, видел сейчас был? Ну не начинай. А ты хорош. Дробяшка плохая на танцах. Это вот эта шапка твоя летала. Нет. Ты ее хотел, да? Дай голову. Которая до этого ты свалил, кожаная. А, я понял. Царя, так и не понял, ты с микстуркой договорился, что мы пойдем вправо?